Ребят, ну мы очень мало спали, и вот так выглядит вообще весь наш приезд в Казань. Видите? Мы в отеле. Они спят на ходу, и я тоже вместе с ними. А это наш бомж. Сегодня он к нам пришел в гости на концерт Супердети. Бомжик. И знаете, кто к нам сейчас приехал? Алина Майер! Так, ребята, значит, мы идем уже в наш номер. Живем мы с Дашей вместе. Сейчас мы вам покажем наш номер. Мы его откроем. Бам-бара-бам, бара-бара-бара-бам, бара-бам, пам-пам-пам-пам, бам-бара-бам. Блин, вот как такие, это круто! Такие у нас, значит, зеркальце. Супердети, ждите! Стой, давай! Ждите следующих новостей. 22-е завтра у нас концерт. И так как мы не сможем его, не успеем завтра просто поздравить, потому что одни репетиции, фан-встречи. Да. Вот, мы решили поздравить его сегодня. Сейчас мы покажем вам наш подарок. Счастье есть. Его не может не быть. Дорогие друзья, мы сейчас на экскурсии, но мы немного прервались, чтобы сообщить вам новость. Мы сейчас в Казани, и мы всех ждем вас в отеле. Это не... Да, завтра. Николай Клецов. Завтра ровно 6 часов вечера. Мы ждем вас в Гранд-отеле. Всем быть. Обещаем реальную жаришку. Реальную жаришку. Мы вашего специалиста забрали сюда, в Казани. Вот она занимается, Наталья Фишман, занимается реконструкцией, реставрацией парка. Вот этот парк будет обновлен, и, надеюсь, летом 2017 года он уже заработает в полную силу. Браво! Мы говорим огромное спасибо проекту «Супердети» за возможности и новых друзей. Ведь здесь твои мечты могут стать реальностью. Let's go.
сюрпризов и выступлений на этой сцене. Спасибо! Каждый день что-то в жизни меняется, цветом юной.